Поставили незаконно. Попытка соседей снести самовольно установленный забор закончилась дракой. Бюрократические проволочки из-за переноса конкурса на продолжение работ строительства аэропорта в Сабуровке могут приостановить. Чтобы Саратов не зарос в мусоре, предприятию спец-АТХ выделили 3 миллиона рублей из городского бюджета. Об этом не только расскажем в программе новости РЕН-ТВ Саратов в 19:00.